Это вилла, в которой мы живем. Сейчас я ее покажу поближе. Каждый дом за стеночкой имеет ворота. А в каждом доме они разные. Вот. Растительность. Бассейн общий. Внутри этого вот, внутри находится этого дворика 4 отдельные виллы. То есть это фактически 4 отдельно стоящих домика. Каждый отгорожен заборчиком. Вот, опять же камень. Везде вот такие вот крыши. Все утопает в растительности. Вот. Верандочка. Один настоящий, опять же, храм. Святый. Кухонька. Это все на свежем воздухе. И там комната. И там комната. И вот такое счастье вам будет стоить порядка 45 долларов в сутки. А вот здесь плавают рыбки. А если взять помесячно, то еще выгоднее. Вот так люди живут на Бали.